13:47, как это это вообще не тебе. Ситуации, проблем. Я думаю. Вице-президент, ассоциация коренных малочисленных на севере. Одна за другой ловят все, что не попадет, и естественно не регулируют. Что это такое? И почему вдруг одно стали подменять другим? 480 тысяч где-то, да, под ТТП. Жителями, которые проживают на территориях либо в соседстве с национальными парками, другими национальными парками. Ну, как показывает практика, наложение на статус федерального ПТ на данном уменьшении первоначально установленной площади зоны традиционного экстенсивного природопользования. Этот вопрос... И чтобы могли поступать средства на эти цели, в том числе федерального бюджета, и сделать так, чтобы территория не деградировала, а начала развиваться. И, конечно, вот прежде всего в интересах жителей, проживающих на этой территории. То, что не прозвучало, почему, наверное, появилась идея создания охраняемой территории каких-то... Кудрявский Алексей, Акадовет общины Кипр. Ну, как показывает практика, наложение на статус федерального ПТ на данном уменьшении первоначально установленной площади зоны традиционного экстенсивного природопользования.